А ты охуел? Да и надо, не делай ничего! Да папа, пускай заебал! Мама, тут двоя! Артём, ну возьми трубку! Ну возьми с собой, я играю в Майнкрафт! Алло. Здравствуйте, Наталья Николаевна. Да, здравствуйте. Это вас беспокоит директор школы, Лизнев Михаил Юрьевич. Да, Михаил Юрьевич, я вас узнала. Я хочу поговорить о поведении вашего сына. А что случилось? Матерится. Как? Нецензурно выражает. Не матерился, мам. Сегодня подрался с мальчиком. Михаил Юрьевич, не может быть. Мама сказала, что это Майнкрафт дерьмо. Играют в какую-то игру Майнкрафт. Их передрались сегодня. Михаил Юрьевич, я обязательно с ним разберусь. Я хочу, чтобы вы пришли в школу завтра поговорить с мамой этого мальчика. Артём, что с ума сошел? Да нет, мама, с гаса Майнкрафт, говно. Посадят тебя в милицию и будешь знать. Да я пофиг. До школы выгонят, ты будешь сидеть в этом Майнкрафте. Я выдергиваю. Все, давай сюда. Что вон она? Да мама, не надо, не делай. Мама! Алло. Друг, если ты мечтаешь снимать ролики антигривишов и получить золотую и серебряную кнопку YouTube, тогда просто становись владельцем сервера на сервере Серджио Крафт. У тебя будет доступ ко всем регионам, Грифер. Ты сможешь сделать себе префикс, как у меня. Или придумать любой другой префикс, например, префикс антигриф. Вырежи топориком полдома, Грифера. Ты даже сможешь превратиться в любого моба. Например, стать эндерменом. Грифер даже не поймет, что вы настоящий игрок. Напиши на весь сервер, чтобы игроки ломали дом Грифера. И наблюдай, как игроки просто крушат этот дом. А самое главное, ты сможешь посадить Грифера в тюрьму нашего сервера. Ты сможешь вычислить IP Грифера с помощью команды Син. Прописываем эту команду, и нам выдается настоящий IP-адрес Грифера, с помощью которого мы можем просто троллить его. Ну и забань Грифера от имени консоль. Привилегии владельца сервера мы создали специально, чтобы ты снимал ролики анти-Грифер шоу. На нее как раз сейчас действуют скидки 97%, осталось всего лишь 24 часа, не упускай свою возможность. И заходи на сервер Серджио Крафт. Человек написал, смотрите, он придумал такую ловушку, я еще такой не видел. Люди гибнут, смотрите, один человек умер, второй человек сейчас умер при мне, третий человек умер. Люди скорее, короче, владельцы уже начали... Смотрите, куча людей погибает на моих глазах. Владельцы сервера, короче, помогают. Видите, они раздолбали всю эту ловушку. У нас здесь есть человек, короче, который пишет... Вот он, видите, консоль, типа, консоль фатор... 3-4-5. Он придумал такую ловушку, пишет, типа, все на варп на весь сервер. Люди телепортируются и гибнут. Я такого еще не видел, чтобы были, короче, такие ловушки, где на батуте взлетаешь и погибаешь. Этот человек фатор 3-4-5. То есть я сам телепортировался, видите, как было, смотрите. Просто берем, у него там было варп алмаз, был варп алмаз, пишем варп алмаз, опа, и мы были на батуте, и мы взлетали, Я сейчас шифруюсь, я не Серджио, я ничего, никто не знает, кто я. Смотрите, ТП на варп, грифер, лав грифер, люди пишут, что я грифер. Блин, я не грифер, люди думают, что я грифер, смотрите, у меня ник лав грифер, они думают, что я грифер. Они думают, что я грифер. Нет, не я грифер, грифер не я. Блин, надо было другой ник выбирать. Зачем он написал? Ну я... А, смотрите, он... Плеер Фаттер 345 кикает. Я не буду диктовать. Он кикнул игрока с примечанием... Ну, вы сами видели. Вот. И он теперь здесь всех чмрит, обсирает и творит... Короче, то, что делать нельзя. Я еще такого не видел, реально. Он вон пишет в чат очень плохие злые слова. Здесь куча людей. Куча людей он поубивал. Короче, с этим надо что-то делать. И сейчас я буду с ним связываться. Потом мы посадим его в тюрьму. И мы его накажем, отберем привилегии и все с ним сделаем. Но главное мне с ним поговорить, заснять, что он будет делать. Вот, видите, он пишет. Пишем варп алмаз, тут алмазы. Вот. Вот, он это делает, и он опять пытается достроить эту канитель. И он начинает ломать чужие дома. Смотрите, какой красивый, ой, красивый, крутой дом, и он начинает его ломать. Он начинает его ломать, он его херачит, и он там уже всех поубивал. Короче, я сейчас замаскирован, у меня префикс опка, видите, да, я опка. Смотрите, я могу написать привет, и у меня написано опка. Почему? Потому что я тоже владелец сервера, и я прописал себе любой префикс. Го вместе гриферить. Вот так давайте мы напишем. Го вместе гриферить. Смотрите, он топорик взял. Он топорик взял. Сейчас что-то будет делать. Он взял топорик. Взял топорик и он вырезает дома. Он начинает вырезать дома. Он плохой владелец сервера. Смотрите, он ужасный владелец сервера. Он написал нам скайп, финоаф. Я не знаю, правильно это скайп или нет. Не будем томить, давайте свяжем. О, все, звонок пошел, кому-то мы... Слышь ты, блядь, что хочешь? Здравствуй, привет, друг. Что ты, блядь, хочешь меня, дебил? Я ничего не хочу, я же, ну, я имею в виду, ну, а? Ты,
Дебил нахуй, нормально разговаривай. Я хочу с тобой поиграть, я же тебе пишу в скайпе, что я хочу с тобой поиграть. Видишь, я тоже хочу гриферить. Я не хочу с тобой играть, ты, блядь, усос. Почему? Потому что ты, блядь, усосанный. Не, ну, не, ты же, зачем ты мне свой скайп сказал? Правильно, чтобы я с тобой... Просто, блядь, хочу почеморить тебя, дебила. Не, не, я тоже, смотри на меня, я тоже грифер, смотри, у меня префикс опка, я лав грифер. Нахуй, сейчас забаню, все, пиздец, блядь, я грифер пишу. Да я с тобой хочу играть, что, стой, я с тобой, смотри, ой, я смотри, с тобой ломаю, смотри, я с тобой ломаю. Не поебать, я забаню, все, банить нахуй тебя сейчас буду, дебил ебаный, ты че, блядь, ломаешь? Ты нормальный, нет? Ты меня зачем добавил? Я всю жизнь мечтал друга найти, чтобы с ним поиграть. Да. Друга хотел найти! Да нет, друзей! Хорош издеваться надо мной, я... Все, давай, лузер! Не грифери, не пожалуйста. Без меня, никого. Нахуй, с кем ты разговариваешь, дебил, ебаный, тебе басоску нахуй разнесу в щи. Ты все, ты сетнул, зачем? Без меня имею в виду, зачем ты сетнул, без меня. Я тоже, смотри, смотри. Ну смотри, стой, смотри, видишь, у меня тоже топорик, стой. Ну? Стой, встань передо мной, тоже хочу показать, как я сетую, пожалуйста, посмотри. Давай быстрее, я смотрю. Вот, ну встань сюда, пожалуйста, очень хочу, чтобы ты видел. Смотри, я сейчас, так как мы с тобой оба опки, да, правильно? Да кто при... Ты чё, подожди, я хочу тебе очень крутую фишку показать. У тебя ник... Фатер, какой у тебя ник? Фатер 345? Смотри, вот, теперь смотри, есть команда специальная топориком, очень крутая. Очень крутая. Ну, давай. Так, сейчас смотри. Она называется, я хочу ее найти, она называется... Кат, ты ее, наверное, знаешь. Смотри, пишем Кат. Так, ник этого человека, да? Ну, а, блядь, быстрее, время нахуй, деньги, блядь, капают. Подожди, блядь, сейчас. Вообще, блядь. Сейчас. Давай, блядь, быстрее, нахуй. Смотри. Мне некогда с тобой возить. Оп! Смотри, классно сетнул. Классно сетнул. Сетнул, какая в тюрьме, вывози меня быстро отсюда. Выпусти меня, хлеб, выпусти. Откуда? Стой, подожди. Я не вырезал, что ли? Я тебя в тюрьму посадил? Да, я в тюрьму посадил, выпусти из тюрьмы. А, стой, тогда нужна другая команда. Я же тебя посадил с помощью команды, правильно? Ты пидорас, что ли? Давай выпускай меня. Подожди, сейчас выпускаю, все. Я не хотел, дружище, извини. Давай быстро, жду. Все, вот, смотри. Давай, скажи раз, два, три, и все, а то по-другому не получится. Раз, два, три. О, все. Ты вышел из тюрьмы? Нет. Все на Rap Jail, тут грифер, фатер, 3, 4, 5. А ты охуел, да не надо, не делай ничего! Я что, опять не ту... Я не ту команду опять вел! Я опять не ту команду вел! Я почему-то вел в консоль, что тут грифер, а фатер 3-4-5. Как так, скажи? Вы скажите, а? Выпусти меня! Я выпустил! Люди, смотри, сейчас люди будут писать, чтобы тебя выпустили. Сейчас люди будут писать. Давай, выпускай, заебал! Ты что, зачем ты так кричишь? Тебе крики не помогут. Кстати, ты больше не владелец сервера, потому что ты... Ну, ты прописал не ту команду, ты больше не владеешь сервером. Ты чё, блядь, дебил, нахуй, быстро, нахуй, разбавил меня, блядь, всё, поддавал, это я ебать, типа, еду, тебе басоску разобью, дебил. Всё, попрощайся с владельцем сервера, так как скидка сейчас только действует, то ты... Хуй, я сейчас пыра в голову, там твои басоски разлетится тут по всему, блядь, Майнкрафту. Попрощайся со своими 6000 рублями. Да выпусти меня! Нет, друг, всё, ты... Выпускай, говорю! В общем, все ребята на тебя смотрят, я тебе ещё раз говорю. Еще раз тебе говорю. Выпусти! Ты лишен владельца серы. Ты за деньги покупал, выпусти меня! Попрощайся вообще со всем, что у тебя было, и с наилучшими пожеланиями тебя сейчас еще и забанят. Вот. Такого забанят, выпусти, говорю! Вон, Фатер 345. Пусть все посмотрят. Пусть все посмотрят, кто ты есть. Да нет, ну выпусти! Пусть, вот. Мама, тут твоя! Артем, ну возьми трубку! Мама, иди сама возьми! Возьми, пожалуйста! Мам, возьми с тобой, я играю в Майнкрафт! Да возьмите, уже уши разрывают! Алло! Алло! Да! Здравствуйте, Наталья Николаевна? Да, здравствуйте! Это вас беспокоит директор школы, Селезнев Михаил Юрьевич. Да, Михаил Юрьевич, я вас узнала, что случилось? Я хочу поговорить о поведении вашего сына. А что случилось? Матерится. Как? Нецензурно выражается. Не матерился, мам. Как так? Деревца сегодня подрался с мальчиком. Кто? Ваш Артём. Да не может быть. Михаил Юрьевич, не может быть. Что тогда не как так? Это не может быть. Мама сказала, что это Майнкрафт дерьмо. Играют в какую-то игру Майнкрафт. И передрались сегодня. Артём, да ты что? Михаил Юрьевич, я обязательно с ним разберусь. Мы обязательно все выясним.
постараемся уладить этот конфликт. Я хочу, чтобы вы пришли в школу завтра поговорить с мамой этого мальчика. Хорошо, мы будем, обязательно будем. И сегодня мы с ним поговорим. И обязательно завтра придем. Давай. Артем, ты что, с ума сошел? Да нет, мама, сказал, что Майнкрафт говно. Ты как так мог? Ты зачем мальчика избил? Какой Майнкрафт? Какое говно? Это игра такая, он сказал, что говно. Да что это за игры такие? Что у вас там происходит? Нормально, что ли? Ты зачем так себя ведешь? Вот уже директора звонит. Давай он первый раз ему скажет, что Майнкрафт говно. Завтра придет мать, мальчика будет разбираться с этим конфликтом. Мне пофиг. Посадят тебя в милицию и будешь знать. Да мне пофиг. Ты совсем уже неуменяемый стал. Завтра пойдем в школу, будешь разбираться и там рассказывать, почему ты уходил. Да мне все равно, я все равно буду в Майнкрафт играть. Со школы выгонят, ты будешь сидеть в этом Майнкрафте. И что? Не учим без Делари. Это лучшая игра. Совсем уже от рук отбился, ненормально с этой игрой. Все, я выключаю игру эту, забираю тебя, в интернет забираю я. Ненормально совсем, все, я выдергиваю. Провод, все, давай сюда. Пошел вон отсюда. Мама, не надо, не делай. Мама! Все, до сих пор. Алло. Алло. Ребят, я не вмешивался в их разговор, потому что я что-то немного растерялся. У меня тут еще что-то у меня лагануло, у меня с интернетом что-то было, и все что-то вылетело. Я вот перезашел, и я поэтому не вмешивался, я что-то подрастерялся, что у них там происходило. Но я, в общем, как я понял, у них что-то там. Он что-то избил, походу, мальчика за то, что тот сказал, что Майнкрафт говно! Я что-то такое услышал, я этот ролик пересмотрю, я не особо вникал, что у них происходит, реально, отвечаю, вы сами видели, у меня что-то лагануло, я аж специально отлетал от тюрьмы, потому что, ну, хотел сбавить нагрузку, а в итоге меня кикнуло, и дальше я уже что-то весь потерялся, короче, потому что, блин, и я понял, что он назвал Майнкрафт говном, и он избил другого мальчика за это, и ему звонил директор школы, в общем, вообще, какая-то там у них происходит ситуация непонятная, вообще, ужасная ситуация. Ребята, в общем, ставим за это лайк, я реально пересмотрю ролик, реально не помню, что, о чем они говорили, но там что-то крутое вроде. Поэтому, ребята, смотрите, это я был за ник Love Griefer, сейчас, смотрите, Love Griefer я и... Опа, я зашел под ником Серджи, вот, друзья, смотрите, все, я здесь, я просто скрывался. Друзья, смотрите, у нас есть клан, мы, смотрите, пишем, привет, Полискрафт, смотрите, у нас своя полиция Серджи Крафт, я как начальник полиции Серджи Крафт приглашаю всех быть полицейскими. Происходит отбор именно в офисе клана. Смотрите, кланы, здесь офис. Я здесь, просматриваю кандидатуры, кто достоин быть в полиции Серджи Крафт. Если я напишу клан инфо, мы сами увидим, что название клана Полискрафт, лидер Серджо и участники. Участников я отбираю лично. Поэтому заходим на сервер Майнкрафт, может быть, вы станете полицейским. Я рассматриваю кандидатуру лично, посмотрим. И если хотите получить админку, вот по нему кликайте, подходите на спам, не кликайте и получаете донат за убийство или за время. Вот, ребята, что-то я растерялся, у меня что-то с интернетом, что-то все подлагивает. Но я всех жду на сервере в Майнкрафт, но вот так вот наживую снимать. То интернет может вылететь, то ли еще что, а снимать-то надо. В общем, дорогие друзья, всех жду здесь, я пью описание ролика и ставим лайки. Было очень круто, мне кажется.